цветет. Белое все, шапки, миндаль. Типа, ой, уже фонтан. Уже как тривили. Уже тривили. А что там до дома не доехали? На улочке здесь, однако. Как будто в центре Таллина едем по Виру. Такое все узко. На Мальте. На Мальте. Нет, я про покрытие. Про покрытие дороги. Такие же дома, посмотри. Ну. Вижу. Не знаю, мне кажется, здесь красиво. Готово? Мы дома? Ой. Ну что, друзья мои, мы куда-то приехали. Где-то тут наше жилье. Кажись, тут. Мы уже учим итальянский. Нас учат. Хозяйка нас встретила красиво. Очень любезно. Очень красивая. Да, итальянка. Стефания. Я не взяла сумку. Иди давай, ты мама итальяна. Я только бон аппетита знала. Иди, Кристина, за папой и за тетей Стефанией. Что там такое? Что ты там уже увидела? Тут наш... Ой, здесь ступеньки, что ли? Да. Кто там? О, какая кошка! Выглянула в окошко. Когда мать тебя встречает, итальянская кошка. Ты знаешь, как по-итальянски мяу? Пошли за папой. Это музей? Нет, это не музей, это наш дом. Мы, да, тут будем жить. Все, все. Найду себе стареньком итальянцем. И, пожалуй, кофе. Так, и мы дома. Сразу вам маленький рум-турчик. Это одна комнатка. Газ есть, вода есть, шкафы. Кто там спрашивал? Лана, вы спрашивали про балкон. Есть балкон. The moment. Сейчас. Мы хотим хозяйке подарить печенье. Ты что? Present from Tallinn. From Tallinn in Estonia. Это самое наше печенье этим. Таллин привезли в подарок хозяйке. Мы как-то любим хозяевам привозить квартиры, где берем вот эту вот аренду. Ну вот, получается такая у нас вид такой. Вид такой у нас из окна. Сейчас, ну, хозяева уйдут, я вам поближе, поподробнее этот самый покажу рум-тур, потому что девушка очень красивая, смущается. Балкон шикарный, да? Шикарно, стульев мало. Это все стулья. Значит, это вот одна комната. Стол здесь такое, все, что надо. Здесь у нас что? Здесь. Ой, какое зеркало. Зеркало, красота. Красота. Так, тут ванная. Раковина, ванна, душ, с этими со стеночками туалет, все так чистенько, нормально, биде. Так, и здесь еще одна комната, и тоже с выходом на балкон. Все красиво, конечно.
Ничего не скажешь. Отопление есть. Ой, какие горячие батареи. Ой, а что, здесь холодно? Щурки батареи горячие. Так, а балкон этот же? Балкон этот же. То есть с каждой комнаты балкон получается. А, ну да, вот он такой большой. Он как еще комната целая. То есть кофе пить по утрам мы с вами будем здесь. Нравится, Кристина, квартира? Да. Мраморный такой стол. Ой, вид. Так, ну давайте обратно через вот эту спальню зайдем. А еще можно посмотреть, что тут. Что тут? Туда. Там горы. Так, ну вот такие апартаменты. У нас еще кухня вам не показала. Покажи зеркало. Да, зеркало раму показала, красивое очень. Ага, здесь, значит, это вот двухспальная, очень широкая она. Полотенце есть, постельное есть, тумбочки. И гигантский шкаф. Так. И что у нас еще? Какой античный столик. Да, здесь у нас что? Здесь у нас кухня. И тоже балкон. А, уже другой балкон. Это тот же самый, нет? А, балкон нет, с двух кухонь, а здесь другой. То есть двух комнат. Вот кухня. Кухня, посудомойка. О, отлично, посудомойка, плита, у них у всех газ. На Мальте тоже, кстати, газ. Еще один балкон. Балконов у нас этот раз больше. Лана, вы спрашивали. Это вид с кухонного. Ой, еще больше, что ли? Боже мой, еще большой какой. А, то есть там еще какая-то дверь. Сейчас посмотрим, что там. Это тоже наш балкон получается. Да, весь. Ой, здорово. Розы цветут. Вот вам и февраль, и апельсины. Розы и апельсины. Ой, красивое место какое. Кошки, кошки сидят. Так, дальше давайте посмотрим, что там. Здесь тоже какая-то дверь куда-то. Так, значит, это у нас с вами кухня. Холодильник тоже есть. Холодильник тоже есть. Рабочий, все в порядке. Мама сказала, что она пойдет сразу за мороженым. Так, вот кухня вам отсюда. Горячий, везде раскаленный. Это я уже кофту швырнула. Так, и еще здесь как будто что-то было. Вот здесь еще. Я уже запуталась в этой квартире. А, это самая главная комната. Это холл, грубо говоря. Как бы большая комната. Это большая комната. Кожаные кресла. Стол огромный. Серванный. Люстра какая, смотрите. Кристина там волосы распустила. Итальянка. Так, а тут что? Тут опять выход. Еще один балкон. Какой это он по счету? Четвертый или третий? Слушайте, какое количество балконов. А, здесь сушить белье, здесь шкафчик. Здесь много всяких шкафов. Ага. Ух. Похоже на крапиву. А, здесь смотрите, какие деревья красивые. Розы как будто. Может, гибиксус? Надо посмотреть. Ну, красотища, конечно. Так, и давайте. Все, мы еще с вами не прошли эту квартиру. Все. Все еще не прошли. Целиком. И тут балкон. И тут балкон большой тоже. Сколько ж их? Я сбилась со счета, сколько балконов. Хм. Супер. Везде батареи, здесь тепло очень. Я скажу так, что... Так, это был, по-моему, вход. Да, это был вход. Это был вход, который выход. Это Wi-Fi. Это, в смысле, роутер.
Так, а здесь что? Здесь еще что-то. А, здесь типа кладовки. Ну, она, по-моему, 90 квадратных метров. Это квартира. Поэтому здесь так запутаться легко. Огромная. Ну, как тебе, мам, нравится? Очень. Мне нравится отделка. Отделка, да. И обрати внимание на стены. Да, нигде никаких обоев. Никак давно уже, да. Нет обоев уже нигде. Давно, да. Ну что, шикарно, что могу сказать. Смотри, супер. Какие-то античные вещи. Да, да, да. Да. Не античные. Разобрали кроватки. В общем, у нас с вами балконов сколько там штук. Дай бог. Очень. Так вот у всех, наверное, так. Видите, очень много балконов. В общем, вот такие апартаменты. Нам очень понравилось. Муж куда-то ушел. А, и мы, по-моему, пошли показывать, где парковка. Здесь где-то есть место парковочное. Потому что здесь такие узенькие улочки, что здесь не то, что встать. Здесь вообще разъехаться некуда. У нас какое-то свое место парковочное. И, видимо, наверное, ему показывают. Потому что я не вижу ни хозяйки в квартире, никого. Ну что, ты уже разобралась? Ты уже кроватку? Кровать. Ты уже кровать? У меня кровати-то? Нет, жесткие. Жесткие? Как раз для спины. Так, а как бы дойти? После моей кровати правильно. А, ну. Так, а это наше с мужем. Я сюда хочу, в эту сторону, чтобы лежать и смотреть вот туда. Вот туда. Я тут выбираю. Ну, вот вам такой рум-тур. Вроде все показала. Не знаю, наверное, камеры мотала быстро. Ну-ка. Ой. Да не, ничего. Вроде, ну, жестковато я бы как-то дал. Ну, прилично все, чисто, красиво. Ой, слава богу. Добрались, все хорошо. Ты улыбишься, выбрала кровать. Какие здесь вещи красивые. Ничего себе. Ух ты! Красота! Ну что могу сказать? Я довольна. Мне понравилось. Еще раз ванную и здесь вот это все вам покажу. Все в картинах. Еще раз кухню. Ну, типа, готовишь здесь, а кушаешь, наверное, в большой, что ли. Как я опять запуталась, куда идти. Там мама. Вот сюда. Вот здесь кушать. Комнаты. Давайте считать комнаты. Сколько комнат? Какие здесь вещи красивые. Очень. Очень. А еще здесь стол. Господи. Да, красиво, конечно, ничего не скажешь. Очень много этого пространства, места много. А сколько комнат мы сейчас с вами посчитаем? Он начала вещи раскладывать у себя. Какие здесь вместительные шкафы и с зеркалом. Прям внутри шкафа и зеркало. Очень вместительные. И с ящичками. Сейчас будем вещи разбирать. Я уже сложила крайне аккуратно свою кофту. А здесь для висячих. Ага. Все ясно. Хозяйка вроде пришла. Ключи отдаст сейчас и все. И мы с вами будем разбирать вещи. Какие ножки-то выдвинешь?
Ишь, красота-то какая. Так, все, давайте пойдем этот Wi-Fi включать. Вот, это большая, мама, ты еще здесь не была? И тут тоже балкон. Я здесь остаюсь жить. Вот так, поняли? Я здесь остаюсь, боже мой. Какая-то античная квартира. Да. Может, это музей? Она сдала нам музей. Она сдала нам музей. Кожаные кресла. Опа! Шикарно, да? А! О, да. Похоже, нам сдали музей. Пока, да. Пока музей в отпуске. Пока музей в отпуске. Нам его сдали. Похоже. Это натуральный музей. И обратите внимание, нигде нет ковров. Да. Вообще, боже, как ковры... страшно. О, как мягко. Как страшно, я устарела. Для них... 18 это уже предел холода, 15 это уже капец. Сейчас холодно, я говорю, она говорит, вот я говорю, вам не холодно? Я говорю, нет, нормально, она говорит, а нам вот так вот, типа, да. Прохладнее. Нет, мы раздели сразу, когда вылезли, я невозможно. Я могу ее пригласить к себе. Да, я говорю, ты обмен хочешь? Я говорю, утром машину соскребал, такой... снег соскребал, машина, она офигела. Да. Как это может такое быть? В Таллине снег. Не может быть такого вообще. Да. Я могу поменяться, я сюда на зиму, да. А она к нам. Пусть поудивляется снегу, пусть да? Пусть она снегом насладится. Гросса походит. Москва, 15, что-то там, это вообще 12-15, это уже все, это холод, это уже зима, короче, там все это уже. А 10, это уже все. Ну все, да. Никаких ковров. Бедств, катастрофа. Когда снег и такое. Но я приезжаю, ковер убираю. Все, я давно тебе сказала, что ковры не надо, это кошмар, это трэш, трэшняк эти ковры. Но здесь учтите. Жара, да. Жара. Но представь себе сейчас сюда ковер. Да, это потому что жара, поэтому он отбирает жару, как бы вот это, понимаешь? Он как бы это, как, ну, охлаждает. Охлаждает, да. Слушай, а батарея-то что, батарея? Батарея. Иди пощупай эту батарею. Только я сразу предупреждаю, не обожгись. Да ты что? Это капец. Здорово. Ух ты, класс. Сразу хочется все открыть, мне жарко. Так здесь мы не живем. Здесь мы не живем. А я буду тут жить, я буду тут обедать. Шикарно. Я могу сразу начать обедать. Давайте чай пить. Там стоит на кухне в шкафу кофе, оливковое масло. Там все есть. Фасоль. Она так обрадовалась этими печеньями. Я говорю, это бисквиты. А он говорит, да. Потом с машины говорит, ой, я очень люблю бисквиты. У меня имя там на дети тоже очень любит бисквиты. Спасибо вам большое. Там написано Таллин. Я говорю, всегда вот в этих апартаментах, когда на снятые квартиры, апартаменты приезжаем, мы всегда вот возим подарки такие. Ну, какой это не подарок? Ну, я понимаю, что это смешно. Ну, хоть какой-то вот такой малюсенький презентик. В общем, здесь масло есть, здесь... Ой. Здесь кофе есть. Соли полно. Боже, как пахнет кофе. Кто идет нюхать, не умрите. Это вообще... Соль, все, в общем, тут... Эти бумажные полотенца покупать не надо. Вот хорошо, как и сахар. И мука здесь или что-то... Кушать, готовить здесь, а в столовой там, наверное, кушать. Можешь здесь кушать. А так здесь кушать, здесь же тоже есть. Ты еще сюда не дошла. Ой, посуды сколько. Посуды как много. Чудесно. Кухня с навигатором. Моющие средства есть. Туалетная бумага. Мыло сейчас покажу, не показала. Так, посудомойка очень широкая, 60. Они спросили, где помойка. Я всегда забываю у хозяина спросить, помойка где. А, да. В общем, здесь можно, но здесь неинтересно кушать. А здесь, смотрите, какая дверь. Гармошка. И все такое кажется мне, что это не шпон. Впечатление. Заходи. Это не кладовка, это кухня. А там была кухня. Там спальня. Там спальня наша. Ты не найдешь ничего. 90 квадратов. Здесь много, да. Это кухня, смотри. А лучше иди понюхай кофе, какой я здесь. Я уже здесь пахнет. Нюхай. И тоже растворимый? Нет, он молотый, вон кофемолка. Понюхай, это вообще. Не знаю, горько будет. Молоко да? Надо. Горько. Ну да, без молока-то нет, здесь конечно. А в холодильнике нет молочка случайно? Нет, здесь есть оливковое масло, сахар, соль, вот это есть.
Нет, молочка случайно нету. Просто какой-то, это ты не сможешь это пить, это горечь. Посудомойка большая. Угу. Здесь еще всяких прихваток, скатерти и всего прочего. Сковородки, чайник главное. Я же спрашивала, говорю, спросите чайник. Ну и самое, наверное, интересное, да, это цена. Стоит эта квартира 100 евро с небольшим в сутки. Вот, хотела вам показать, здесь мыло есть, туалетная бумага и мыло здесь жидкое. Короче, все есть. Все есть. А унитаз у них какой прикольный, смотрите. У меня раньше у бабушки когда-то такое было аналогично, очень много лет назад. Набирается водичка туда. Ну и мы устроили себе первую трапезу. Кофе пьем. Карамельный, растворимый. Боже, какая вкуснота. Господи. Нет вопроса, откуда я пришел. Я в этой квартире путаюсь. Я в этой квартире путаюсь. А ты находишься в первой спальне. Вернее, ты находишься во второй спальне, а я в первой, в нашей. В общем... Я вышел из нашей спальни. В общем. Кривоногий и хромой. Ну что ты все зрителям-то рассказываешь? Про все тайны дыр. Свои. В общем, мы этот самый сейчас по пирожку, по кофе. Кристине согрели уже блинчики и устроили себе. А ты спать будешь, кофе тебе? Ой, слушай, мне кажется, я уже сейчас могу. Вот, и сейчас не знаю, что дальше. Голова такая вообще. Вообще, пока еще ничего не соображаю. Ну класс. Ты посмотри, какие деревья и соус. Смотри, какие деревья и соус. О, здесь и закат, что ли, где-то. А мы тут пирожок, вот кофе. И хоть немножко мысли в кучу поставить. А то вообще как-то... Ну что, Кристина, кушай. На улице решила. Там она нас вытащила. Все, говорит, я хочу есть за столом на улице. Вот так вот мы тут. Ой, колокола.